меня к маме. Здравствуйте. Мама, навари на пельмени. Мама мне... Мы с мамой вчера лепили. Супчик такой делать. Морковочку, лучок туда положишь. Картошечку можешь мелко-мелко нарезать. И можешь такой суп. Я арайку делала такой. Когда он тут работал и приходил ко мне кушать. Угу. Тоненько раскатываем. Берет не ложечкой, а вот да, так. Да, вот так. Делаем такую люляшечку. И вот так. Угу. Оно и быстро, и хорошо. Мамы, мы лепим пельмени. Видите уже, сколько налепили? Мама расставляет, а я леплю. В общем, нам так неудобно. Телефон пачкается. Короче, мы лепим пельмени. Пельмени. И этот сегодня 16 штук. Сюда. Так. Так. Вот 10. Это мало. Я 10 не мама. Я сказала тебе. Боже. 16. А не возьмешь, я отварю вареники с клубникой. Не-не-не. С малиной. У нас еды. Она придет к себе. И пусть я кушаю. Я вареники, да, унести не буду. Я еще кое-куда буду заходить. Нет. Зачем? У нас дома еда есть. А когда она к тебе придет, сваришь. И все. Она тут раз шла ко мне и заказала пиццу. Ну вот, ничего. Мама любит пельмени. Ну, мама так любит нагрузить меня чем-то. Не буду я ни араику, ни Вероники не слушать. Что она придумывает? Вареники. Вареники что? Я сегодня с утра... Наготовилась кучу всего. Наготовила. Ой, боже мой. Я сегодня готовила и баклажаны жарила. И баклажаны, перец. Делала гороховое пюре. Сделала супчик. Что-то я еще готовила. А, сделала мясной паштет. Блин, забыла маме паштет принести. Забыла паштет принести маме. Короче. И еды дома полно. Когда нету еды, да, очень удобно, чтобы какие-то полуфабрикаты, вареники, пельмени. А так, для чего мне нужно? Я этот. Что? Я не буду, мам, брать. Я брать не буду. Я не буду брать. У нас дома полно еды. Я сегодня целый день готовила. Я брать не буду. А даже Сержику отдай. Я не тебе даю. Что? Отдай ему. А, да. Хорошо. Заберешь. Сержику, да. Да, да, и да. И негде делать. Хорошо, я Сержику заберу. Сержику дам. Вот так делаешь, вот когда присыпаешь, а потом вот так делаешь. Муку стягиваешь. Я поняла. Если будешь там делать, вот так. Хорошо. А там я тебе положила конфеты быстрые, возможно, написано. Что значит быстрые? Тебе пригодится. А, хорошо. Вот. Хорошо. Значит, сколько с этого теста по вот так? Это будет 20. Мама раньше пельмени делала на продажу, мы в наших магазинах продавали, она очень много делала, да? Да, не успевала делать, да. Пельмени пользовались спросом. 30. Ладно. Пельмени пользовались спросом. Каждый день делала. Да, мама делала. Я на совесть сделала, поэтому мама мясо мыла, мясо покупала. Электромясорубка да. Была, прокручивала. И продавались хорошо. Да. Есть 6 штук, как вышло с этого теста. Угу. Как? А тот поднос где? А? Тот поднос маленький, большой где? Какой поднос? Я что делала? Куда я положу? Заберешь ты. Вот это я вот так расправлю. Да, да. Сверху поднос поставить. И тогда мне же некуда ставить. У меня морозилки забиты. Смотри, куда ставить? Ну да. Все забито. Это нет еще, смотри. Тут вообще все забито. Угу. Тут
Тут тоже все забито. Молодец. Ой. Мама очень много, когда у нас были магазины, мама очень много делала пицц. Ой, пицц делала много, работы там мало было. У папы, у нее, или на пенсии они уже были, я не помню. И она делала много и сдавала нам, а мы продавали. И она таким образом зарабатывала. Папа все время приносил пиццы, чебуреки, помню, что-то она делала. Мама, а мама вкусно делала. И, ой, сяду я. Да, хорошее время было. Я не понимала тогда, что жизнь быстротечная, что родители могут в любой момент уйти. Как-то... Надо было к папе раньше приходить, что я не приходила. Что так... Что я вспомнила? Ну, все время заняты. Дети тогда подростки были. Боже, дети подростки были. Двое мальчиков, у нас бизнес. Все время нет времени. А мама у нас часто в ресторане работала. Вот. Папа тут сидел всегда. Возьми, скажи, приди, посиди рядом. Вот всегда кажется, ой, это все будет потом, это все будет потом. Никогда потом не бывает. Что-то внезапно на меня нашло. Внезапно на меня нашло это. Я думаю, папа не в обиде на меня был, потому что я ему часто звонила. Но он как-то меня очень понимал. Как-то так. Мама иногда может что-то меня не понять, например. Мы на своей волне. А мы с папой были на своей волне. Вот папа, вот я, это... Были на своей волне. И я потом вспоминаю, что были моменты, когда я, например, была дома с Анечкой. Могла прийти с Анечкой. Знаете, как зима, одевать ребенка надо, идти. Она там болела, в садик не шла. Но все равно можно было найти время. Я сейчас просто понимаю, что все равно можно было найти время. Она была же в садике тоже. Но как-то я увлекалась своей жизнью, с азадом кофе попить, туда-сё. Для меня это очень важно. А родители, наверное, понимают, что ну, дети заняты. Даже если они хотят, то с детьми, ну, думают, что будем их тревожить. Я, наверное, думаю, родители многие так думают, что тревожить их. Как-то я в одной группе состою, там родители обсуждают детей. И одна женщина написала, что она набирает тексты, и сын ей дал какую-то работу, ей заплатил 5, допустим, евро или гривен, не знаю, а себе взял 2. И она так обиделась, и пишет письмо, и пишет пост, что посоветуйте мне. Ей все говорят, это нормально, сейчас это нормально брать разницу. Вообще, некоторые, как можно, а кто-то может написать, от родителей нельзя было брать. И она вот на каждый комментарий, кто суперечь ее мнению что-то там выставлял, она отвечала. И понятно, что с этой мамы толку не будет. Теперь я тоже буду гладить, она говорит, за деньги и так далее. Такая дура. Я думаю, боже мой, это нормально, что он тебе нашел, он тебе дал 5, а себе взял 2. Ну, что ты пишешь пост в группе, и как бы посоветоваться она хотела. Как бы хотела посоветоваться, а на самом деле обосрала. Ладно, хорошо, что мне кто-то позвонил, а то я уже начала с дебри уходить. Иду пельмени свои кушать. Пельмени иду кушать. Мама мне положила. Где пельмени? Все, уже клади. А я думала, они уже есть. Пельмешки мои. Ладно тогда, все. Всего хорошего. Рассказывать нечего. Жизнь у меня обычная, заурядная. Какого плана? Тебе масло может растопить. Чуть-чуть, не надо мне расставлять. Они когда горячие будут, ты в них и сделаешь. Зачем? Не надо. Они же будут горячие, то ты в них и... Фарш просвечивается. Угу. Ну, такие и вам буду делать. Одинаковые. Немного не надо нам. Не надо. Один вот этот белый лист. Ну, да, да, белый лист. Мне жалко, мама будет лепить на эти. Ну, а магазины тоже мы не покупаем. Себе масло. Да, я сейчас все положу. Сейчас все положу. Пошла я кушать.